Москве с 17 по 20 марта прошел очный образовательный интенсив Всероссийского конкурса сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод. Фабрика контента». На участие в конкурсе было подано 10 022 заявки. В первый отборочный этап прошли 103 автора из 52 регионов России. Дирекция «Метода» пригласила участников, вошедших в лонглист, на специальный курс по сценарному мастерству, состоящий из лекций, мастер-классов, а также из практических занятий и консультаций с тьюторами. Лекции на протяжении 4 дней транслировались онлайн ВКонтакте и доступны в записи в официальном паблике «Метода» в ВК. Тьюторами сценарного проекта стали 14 действующих игроков киноиндустрии. Занятия проходили в гостинице Holiday Inn и Российской государственной библиотеке. 17 марта состоялось торжественное открытие сценарного клуба «Метода», закрытого комьюнити для участников конкурса и лидеров индустрии. По итогам будет сформирован шорт-лист, состоящий из 20 проектов, которые авторы представят уже 21 марта перед членами жюри на питчингах в Российской государственной библиотеке. Напомним, что конкурс «Метод» проводился с целью выявления лучших молодых авторов, создающих конкурентоспособный отечественный медиаконтент. Идеи, синопсисы, сценарии, книги, видеоигры и так далее. Для создания независимой площадки по сотрудничеству талантливой креативной молодежи с инвесторами, ведущими продюсерскими компаниями и онлайн-платформами страны. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Я организую конкурс сценарный 8 лет. Это рекорд для сценарного конкурса в России. Поэтому самый большой конкурс, можно сказать, сегодня открыт. Это было такое счастливое творческое безумие, я хочу вам сказать. Просто включились моментально. И вот этот гул, в котором рождаются какие-то новые идеи, новые истории, новый проект. Очень большой элемент нетворкинга. Ребята знакомятся не только с тьюторами и организаторами, но и между собой. Очень самому понравилось, потому что я впервые такую лекцию читаю и, соответственно, сам проанализировал свои истории, как они получились. Было интересно посмотреть немного назад. Какое-то количество проектов после питчинга будет реализовано. Такой наш конкурс, и мы надеемся, что он будет давать новых сценаристов нашей отрасли.